Первый тур Дагестан, Махачкала. Прилетели, встретили, проводили. Начинаем новый футбольный год. Лосина, камон, сова. Как дела, дорогой? Дылдой прозвали. Обещали жить в Махачкале, живешь в Москве. Мокасины красные заставляют носить? Да ладно, обещали Бугатти. Забьешь гол, посвятишь мне? А, в свои ворота, ну это нормально, нормально. Зимой вернешься? Ну ладно, давай, чао. Тем временем молодежка уже успела открыть сезон. Не будем тянуть резину, все закончилось не самым лучшим образом. Поражение 2-0. Несмотря на досадный итог, мы выделим 5 моментов матча, о которых не сказать просто нельзя. Новый сезон, новые надежды и практически новый состав. Молодежке не принято стареть. В межсезонье команда обновилась на 90% и сильно помолодела. Из стариков остались лишь Халваши, Малыш, Геворкян и Секрет. Последний делегирован в статусе игрока основы. Ну, в основном, как бы мы комплектовались воспитанники интерната. Это мы взяли 6 человек 95-го года. Практически вот из тех, кто к нам пришли, это Саблиров и Химов. А все остальное это 95-й год. Еще плюс там у нас есть еще 96-го года Журавлев. Тоже как бы есть определенные перспективы у парня. Я думаю, что так мы как бы так и работаем, больше акцент делаем на своих воспитанников. Не побоимся сглазить, в молодежке есть ряд очень перспективных ребят. Что касается характера и лидерских задатков, то здесь выделяются Геворкян и Сабиров. С поражения начать, в принципе, это для нас это как бы, да, это обидно с одной стороны, но с другой стороны, это есть над чем задуматься, есть для вывода сделать и на следующий игры, чтобы выйти и доказать, что мы лучше. Подопечные Андрея Юдина начинают с чистого листа. Вчерашние школьники перемиряются к новому уровню. Кубань старается играть в современный комбинационный футбол, который ей прививает тренер. Да, в матче с Анжи не удалось распечатать ворота соперника, но нет сомнений, голы и победы впереди. Антон Секрет вырос. Сегодня на фоне молодежки он выделяется. В матче с Анжи имел сразу несколько моментов. Летние сборы под управлением мистера не прошли даром. Да, в Кубани подрастает очень хороший форвард. Ну и на сладкое немного местного колорита. В перерыве матча дагестанской молодежки редкий человек отвлекается на поход за кофе или чебуреком. Конкурс «Попади в Анжи» мы берем себе на заметку. Суть игры. Бей футболку любимой команды, ну а если прицел сбит, этим займутся футболисты соперника. Патриотизм в квадрате.